Сессия у вас идет каждый раз. И каждый раз нам не дают слова. Поэтому не вопрос. Вы записались. Я прошлый раз писался. Я позапрошлый раз писался. Я каждый раз пишу. Вопрос такой. Или вы сейчас нас услышите? Или вы ничего не услышите? Рада, Черкас. Я даю свои 2 минуты Ивану Васильевичу. Спасибо. Но сейчас я хочу сказать, подождите. У вас есть вообще какое-то понятие о чести, о совести, а? Дорогие мои, господи. Я не кричу. Если я подошел к микрофону и кричал, поверьте мне, динамики бы лопнули. Я говорю еще раз, прошу, 3 минуты, одно высказывание. Я не говорю, все. Тогда дайте сказать. Вы поймите, на разном языке. Виктор Федорович, я еще, у меня нормально. Дайте нам ровно 3 минуты. Ровно, прошу, 3 минуты. Александр, которые проходили 11 февраля. До сих пор никаких движений, прошли громадские слушания, ни один вопрос, который на них поднимался, на повестку дня не выносился, не утвержден. И никаких действий, вроде 26 тысяч подписей, которые были собраны на этих слушаниях и проведена была нормально громадские слушания, ничего не прошло. Не утверждено вопросы по транспортной реформе, не утверждено по депутатам-совместителям, не утверждено, получается, по вопросам, которые касаются непосредственно прозрачного бюджета. Это первое. Мы хотим вынести на повестку дня этот вопрос по закону, как у вас прописано в территориальном статуте громады.